Рятувальники та водолази області провели 16 січня спільні навчання. Головна мета – відпрацювати взаємодію органів головного управління та сил, які залучаються до оперативного реагування на випадок, якщо виникне надзвичайна ситуація. Таким чином перевіряють готовність сил і засобів до оперативного реагування напередодні водохреща. Мы сегодня проводили практические занятия по спасению людей на воде в зимнее время. Вот особенностью является спасение человека со льда и того, кто провалился. Ну, также отрабатывали моменты, когда человек падает с лодки, ну, либо же просто зашел далеко и просит помощи. Тут главное правильно расценить свои силы, также оценить обстановку, то есть есть ли течение, то есть какая глубина, то есть какой толщины лед. То есть правильно подойти к спасению человека.